Это вице-премьер-министр Украины Розенко, а это с ним жительница нашего города Херсона. Но тут либо что-то у нее с ногами, видите, как ноги от колена вниз идут. Вот так вот. Его дедушка когда-то был в совплане, совет планирования, там при кабинете, при совете министров Украинской РСР. А это внук, видите, тоже член правительства, по наследству, возможно. Ну, о них были передачи. Она ведущей когда-то была на каком-то телеканале, худенькой комплекции. А он был раньше полнее, но потом похудал ради жены. И развелся с первой женой. Вот они собрались куда-то лететь. Ну, полетели, кажется, в Грузию отдыхать. А вот она еще раз. Вот видно ноги. Вот от колена до щиколотки. Ну, что они публичные люди. Можете смотреть, обсуждать. Они сами выставляют эти фото. А это в берегу на Грузии. У них своя жизнь, у вас своя жизнь. Они никогда не пересекутся. Только разве что поменяются местами, как в 1917 году.